Всем привет, ребята! Если помните, примерно год назад был ролик, в котором мне пришла с AliExpress вот такая крутая самоделка из фанеры. Это что-то типа конструктора или 3D-пазлов, из которых я собрал очень классный и необычный механизм. В виде колесиков, шестеренок, горок и подвижных ступенек, куда заряжаются железные шарики, и они так прикольно там перекатываются. И наблюдать за этим одно удовольствие. Просто антистресс какой-то. Так вот, ребята, я заказал еще одну крутую самоделку из того же магазина на AliExpress, и вот она уже ко мне пришла. Это тоже конструктор, из которого можно собрать вот такую старинную пушку. Вот, смотрите, она как настоящая. Регулируется высота ее, заряжается, сюда бросается вместо ядра шарик, и она стреляет. Кстати, еще, смотрите, есть вот такой вот арбалет прикольный, тоже рабочий, тоже стреляющий. Я его тоже заказал, но он пока еще не пришел, пока что пришла только пушка. И давайте сегодня попробуем ее собрать. Я уверен на 100%, что будет все точно так же, как на этом видео, потому что это очень крутой магазин. Да, ребята, смотрите, вот это пушкенция, класс. Интересно, есть в комплекте шарик или нету? Ну, я так понимаю, что это обычный шарик для тенниса. Если вдруг что, то можно его найти. Коробка очень-очень классная, крутая. Посмотрите на качество полиграфии. Это просто бомба. Так, что у нас тут есть? Какая-то открыточка. Вау, вау, смотрите, я думал тут один шарик, здесь целых 5 шариков, можно устраивать целые бои. Да, как и в прошлый раз, посмотрите, какая прикольная подробная инструкция, все расписано пошагово. Просто одно удовольствие это все, ребята, собирать, все подписано, расписано по номерам. Крутяк, крутяк, просто крутяк. И вот как все компактненько, все в пленочке. Как же классно все сделано, посмотрите. Только посмотрите на качество резки. Это все лазером режется. И вот так вот все четенько и четенько. Да, и отдельный, ребята, антистресс, когда вот это все, вот смотрите, вынимаете. Оно так щелкает все, выскакивает. Просто класс. Ладно, пока поставлю на место, потому что здесь все идет по порядку. Вот еще какие-то тут пружинки, какие-то детальки, отверточки, резиночки. Все, ребята, в комплекте. Ну что ж, давайте начнем собирать, как обычно, в ускоренном режиме, чтобы было интересно на это смотреть. Погнали! We'll be right back.
Ребята, я уже дошел до 6-й страницы инструкций, всего там 10, больше половины сделано, и смотрите, какая у меня получается крутая пушка, вот она двигается, можно заглянуть в дуло. Крутяк, правда? Мне уже не терпится ее доделать и попробовать из нее выстрелить. И, кстати, ребята, что я хотел вам сказать. У меня появился свой телеграм-канал и канал на ТикТоке. И там будет очень много интересного для моих самых лучших зрителей. Ссылочки на эти каналы я оставил в описании под этим видео, так что залетайте. Ну а я буду продолжать собирать эту пушку. Так, ребята, здесь был очень сложный момент, только что прям капец. Вот еще вот эту резиночку надо сюда одеть, и этот момент будет закончен. Слушайте, мне даже казалось, что у меня просто не хватает двух рук, чтобы это все соединить. Вы только посмотрите, там внутри вон пружинки, вот эти вот все штучки, шайбочки. Короче, я еле это собрал. И теперь смотрите, здесь вот так вот двигается такой вот какой-то курок. О, защелкивается. И что-то здесь отстреливается. Короче, ребята, это было очень сложно. Пожалуй, самый сложный момент за все время сборки. Продолжаем. Ну вот, ребята, наконец-то я закончил эту пушку. Она полностью готова. И сейчас я здесь немножечко приберу, и мы ее проверим, как она работает. Итак, давайте поближе рассмотрим нашу пушечку. Что же у нас получилось? Класс, ребята, она точно как на картинке. Смотрите, колеса крутятся. Вот эта вот башня, дуло двигается вверх-вниз. Тут, смотрите, даже есть указатель 0. Это горизонт, это вверх, то есть можно четко целиться. Посмотрите, какая она реалистичная, прям точная копия пушки. Смотрите, здесь вот так вот у нас взводится курок, вот, оп, здесь защелкивается, и затем, когда нажимаем вот эту вот штуковину, идет выстрел. Кстати, давайте попробуем выстрелить. Итак, взводим курочек. Есть. Берем ядро, бросаем прямо сюда, как старинные, знаете, пушки. Ядро закатилось, и сейчас попробуем стрелькнуть прямо в стену. Вау! Нормально так лупит, слушайте. Где этот шарик закатился? Ой, давайте попробуем на дальность. Итак, смотрите, вон штора на горизонте, до нее примерно 2 метра. Так, заряжаем нашу пушечку. Закладываем ядро и пробуем, стреляем. Вау! Ну, до 2 метра не долетело, ну то есть примерно 1,5 метра, ну на метр точно бьет прямо. А сейчас давайте поставим 3 стаканчика и попробуем в них попасть из пушки. Так, у меня есть 3 шарика и 3 мишени, в которые я должен попасть. Итак, заряжаем. Шарик есть, и у меня будет только 3 попытки. Так, первый. Yes! Смотрите, какой я меткий. Слушайте, это просто бомба. Так, взводим курочек.
Вставляем второй шарик. И я надеюсь, второй раз будет такой же меткий, как и первый. О, вы видели? Итак, третий. Если я сейчас третий раз попаду, это вообще будет супер меткость. Текс. Yes! Вот это да! Слушайте, какая точность стрельбы! Хоть это не очень далеко, ну для таких, знаете, настольных домашних игр вполне себе подойдет. В общем, пушка зачетная. Ссылочку на нее я оставлю в описании под этим видео. И ждем прихода посылки с арбалетом с этого же магазина. Я думаю, он будет не менее крутой. Ну а я вам еще раз напоминаю, что я открыл свой телеграм-канал и канал на ТикТоке. Ссылки в описании, переходите, подписывайтесь, там будет много интересного, разные конкурсы, нарезочки из роликов и много-много-много чего интересного, я вам это обещаю. Ну а на сегодня все, ребята, я с вами прощаюсь, пока-пока.